Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Подинский Алексей, команда Московская дирекция скоростного сообщения. Скажите, как сыграли? Ну, в первом туре наша команда сорвала с соперником 4-4, команда «Зепелин». Была полная борьба и в итоге боевая ничья. Что помешало вам стать единоличным фаворитом этого матча? Ну, скажем так, всегда начало чемпионата, много всяких непредсказуемостей, каких-то новшеств. Для нас соперник был нов, поэтому, в принципе, и наша команда, есть новые игроки, поэтому ушло время на то, чтобы сыграть какие-то атаки, наиграть связки. Поэтому, я думаю, со временем у нас будут впереди только победы. Оптимальный состав на сегодняшний день у вас? Нет, мы продолжаем подбор игроков, поэтому, я думаю, лучшие игры у нас впереди. Планируете усиляться, правильно? Конечно. Uh-huh. Турнир интересный, поэтому хотим в этом порядке развивать. До этого участвовали в этом турнире? Ну, мы участвовали в турнирах пинков, поэтому опыт есть у нас в участии. Uh-huh. Как оцениваете свои силы в данном дивизионе? Я думаю, что со временем будем претендовать на призовую тройку. Здорово. Скажите, по ходу матча удавалось реализовывать задумки? Ну, да, конечно же. У нас еще впереди много домашних заготовок, поэтому будем проявлять их в предстоящих матчах впереди, в предстоящем турнире. Угу. Какие цели ставите себе на турнир? Скажем так, наиграть команду, чтобы были стабильные игровые связки, ну и, соответственно, только победы у нас должны впереди быть. Спасибо вам, надеюсь, ваши цели осуществятся. Успехов! Спасибо.